Молились женщины, одна, другая, третья. И мимо каждой проходил Христос. На все вопросы первой Он ответил и осушил глаза ее слез. Он говорил с ней мягко, долго, нежно. Он улыбался ей и утешал. Он ждал, когда засветится надеждой молящаяся женская душа. Вот с женщиной второй Христос стал рядом и положил ей руку на плечо, одобрил душу любящим Он взглядом, когда она молилась горячо. А третья женщина склонилась низко. Слова слетали тихо с ее уст, но к ней не подошел Спаситель близко, не вымолвил ни слова Иисус. На три молитвы Он дал три ответа. Для каждой женщины ответ был свой. Одной душе досталось много света, другой чуть меньше, третий — ничего. Господь мой, как же так, мне непонятно, Ты на молитву третью промолчал, любовь не может быть лицеприятной, Ты Бог любви, а Ты не отвечал. Господь открыл мне то, что было тайной. Когда молилась первая душа, я должен был умножить ее силы, чтобы она могла свой путь свершать. Должны окрепнуть крылья ее веры, чтобы взлетать могла под небеса. Мне нужно рядом быть с душою первой, с ней долго говорить, смотреть в глаза. Душе второй еще нужна опора. Но вера этой женщины сильна, достаточно ей любящего взора, я знаю, что поймет меня она. Но иногда гнетут ее сомнения, когда услышит грозной бури шум, и ей необходимо подкрепление. К душе второй на помощь я спешу. А третья, много лет мы с ней знакомы, преграды никакой между нами нет, и дом ее давно моим стал домом, она все цело доверяет мне. Душа прошла через испытаний школу, я труд любой доверить ей готов, я провожу ее путем тяжелым, я с ней бываю мягок и суров. Она теперь нисколько не смутится, и в час нелегкий духом не падет, но будет верить, верить и молиться. Ни слов, ни взгляда моего не ждет. Та третья знает, что я с нею буду, до вечной цели доведу ее, и как бы ни было ей в жизни трудно, она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов, несет благословение она. И тот, кто стал однажды Божьим чадом, научится мне доверять сполна. И ты доверься мне, сказал Спаситель, когда я говорю, когда молчу. О, мой Господь, мой пастырь и учитель, я поняла, я третий быть хочу. Аминь.